Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала. Вы, как всегда, на канале Семья на чемоданах. С вами я, Славян. Я сегодня вас приглашаю в новый выпуск, который будет недолгий, но будет очень и очень классный. Почему? Потому что мы сегодня совершим очень крутую, очень долгожданную покупку. Еще мы сделаем сюрприз маме. Мы недавно косячили, сейчас чуть позже расскажу. И сделаем ей классный подарок. Также мы получим документы. Что за документы, тоже узнаете, если вдруг впервые попали на наш канал. А если впервые попали, кстати, прямо сейчас подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы больше ничего не пропускать. И оставайтесь с нами. Все, ставьте лайки, пишите комментарии. Погнали! У нас утро, новый денек. Сегодня прилично дел. Есть важные дела, есть не очень. Не очень, как говорится, показывать не буду, очень покажу. Сейчас я быстро соберусь и отправляюсь в Москву. Совсем недавно произошел очень неприятный случай. В каком плане? Здесь вот у мамульки стояла такая посудина, которую она очень сильно любила. Она ее отодвинула подальше, но, видимо, Мирончик, пока мы здесь, он немножечко подрос, дотянулся до нее, потащил на себя и разбил. Мама, конечно, сильно расстроилась. Мы начали искать такую же, чтобы ей возместить этот убыток. Но, к сожалению, такой уже нету, ничего ей не нравится. В общем, я поговорил немножко за столом, ее расспросил, что она хочет, другое, что, о чем она мечтает. И она сказала, и вы не представляете, мы снова обратились в компанию Китфорд для того, чтобы ей купить этот подарок. Смотрите, какой дружок приехал. Вот так вот. Это мясорубка, которая еще и овощерезка. Мамулькина подарок. Я очень надеюсь, что ей понравится. Пойдемте подарим. Мам, мы накосячили. Вот. И взамен накосяченного мы хотим тебе вот эту штуку подарить. Держи. Ты же и хотела такую вещь. Вот. А смотри. Это... Всегда что-то новенькое мясорубка. Вот, вот. Это тебе. Это мясорубка, она же овощерезка. Вот, это от нашего любимого магазина Китфорд. За тобой... Обещаю полный фарш. Да. С тебя распаковка. Так, надсадки я смотрю. Ой, надсадочки вообще, ну, шикарно. Что-то тут еще. А, сама мясорубка, наверное, вот это вот. Сейчас мы это будем разбирать. И сам вот этот вот агрегат, блин, под мою кухню, он вообще суперский, потому что у меня в этих цветах вся моя техника. Класс, смотри, какой матовый. Ой, матовый. Черный, а вот она ощупь? Ой, на ощупь. А на ощупь-то бархатная, какая такая, да, бархатная, вообще, такая приятная. А тут и вон вообще еще что-то есть. А, так это все для вот этих, а я думала, ой, уже только две надсадки. Овощерезки, видишь, разных размеров. Ну, вот то, что ты хотела. Ой, понимаешь? Так упаковано все хорошо. Здесь еще идет в комплекте третья насадка. Там вот ножи. Идет насадка, чтобы делать колбаски. Колбаску. Ну, крутяк. А это вот эта толкачка сюда. Это непосредственно для мяса. Сюда засовываем. Вот этой вот штукой толкаем. Толкачка. С ограничителем. Все очень удобно. А теперь давайте попробуем для овощей. Ну и вот, собственно, для овощей. Смотрите, какие тоненькими ломтиками нарезал. Класс. Супер. Ну вот, вот так трет. Что, нормально трет, вообще нормально трет. Сколько? Вот нормально трет, смотри. Вот салатик можно замутить. Да-да-да. Все, класс. Убираем. Радуйте своих родных и близких, ребята, неважно, где вы находитесь. Это всегда очень-очень приятно. А для того, чтобы ваши сюрпризы были еще интереснее и приятнее, я у Китфорда выпросил для вас специальный промокод, который оставляю в описании. При заказе вы получите скидку аж 25%. Не упускайте свой шанс. Ссылочка в описании. Заказывайте. Сыночек. Я выехал и еду получать апостили детям и свидетельства о браке. В предыдущих видеороликах я показывал, как я подавал, что для этого нужно, а сегодня будем забирать и покажу, как это выглядит. Почему здесь постоянно такой ветер? В общем, я приехал, пойдемте посмотрим, как выглядят эти апостили, заберем их, получим. Буквально 2 минуты, я получил документ. Сейчас покажу.
Начать хочу с того, чтобы вы понимали, что постель не делается в один день. Просто сейчас там в очереди стоят люди, и такие, кто прям при мне узнавал, они такие: серьезно, 5 дней, а нельзя ли побыстрее, а можно ли завтра, есть ли экспресс, может ли получить кто-то другой? Да, может получить кто-то другой, но должна быть нотариально заверенная доверенность. Поэтому учтите, что постелирование документов делается в течение 5 рабочих дней. Ну а теперь про сами документы. Я думал, дополнительно дают какую-то бумагу, на самом деле нет. На каждый документ с обратной стороны ставится вот такая вот история. На ней пишется апостиль по-английски, звезда, апостиль. По-английски написано Гаагская конвенция от 5 октября 1961 года. Дальше страна, кто выдает настоящий официальный документ, был подписан, выступающий в качестве, что-то скреплен, удостоверено, главное управление и так далее и тому подобное, и стоит печать. Все это и есть апостиль на документ. Стоимость одной бумажки 2500. Я сейчас еду кое-что купить. На самом деле, радости полные штаны. Хотя еще даже не купил. Сейчас покажу. Здравствуйте. Вот мы с вами общались по поводу... Ага. Да-да-да-да. Вот ЗАО Кунцевское, вот здание такое стеклянное. Честно говоря, сейчас такой момент прикольный, потому что мы покупаем очень дорогую и серьезную покупку. Ребята, вы только посмотрите! Yes! У нас новый дрон! Как я хотел, DJI Mini 3 Pro вот с таким RC-пультом. Вы не представляете, у меня счастье полные штаны. Я пока ждал чувака, я тут вообще исходил здесь все вдоль и поперек. Это супер, это супер. Я хочу сказать, что если бы не вы, наши зрители, постоянные подписчики, все, кто нас постоянно смотрит, присутствует на стримах, кто нам донатил, кто принимал участие в наших розыгрышах призов, если бы не вы, мы бы так быстро на него не накопили. Это сумасшедшая покупка. Это дорогая вещь, и я надеюсь, она будет летать и дарить вам крутые эмоции, крутых кадров. Хочу вам показать, смотрите, как теперь обматывают машины в Москве при эвакуации. Просто вот так, всю скотчем. У вас так же? Вот это я в пробку встрял. Просто жесть. Еще в Москве такая душнила. В Рязанской области горят леса, и сюда все это дело наносит. На выходных обещают в Москве сильный смог. Добрался. Посмотрим на реакцию мальчишек. Пацаны, смотрите. Новый дрон! Да, но у него, конечно, упаковочка маленькая. Упаковочка маленькая, да. Прикольно, да? Да, можешь посмотреть. Смотри, конечно. Блин, ой, какой тяжелый. Пульт с экраном, видишь сразу? Офигеть! О, какой экран крутой! Ну, понимаете, да, пацаны в теме вообще. Ну что, снова сборы. Пакуем сумки, чемоданы и отправляемся в новое путешествие. Погнали, погнали! Как ты катаешься уже на самокате с папой? Молодец! Умничка, погнал? Нравится Мирончику так кататься и с мамой, и с папой на Артемкином самокате. Ну-ка, поворачивай. Ну, красавчик же. Прыжок, все, прыгаем, прыгаем. Какой прыжок, пап, скажи, я еще так-то не научился. На протяжении долгого времени мы пытаемся решить вопрос с матрасом в машину. Ну да, кто, возможно, первый раз нас смотрит, мы очень много путешествуем и спим в машине чаще всего. One Life, так называемый. В общем, мы сейчас раскладываемся, можете в выпусках посмотреть, и стелим коврик Мирона. То есть это, кстати, классная история. Он такой универсальный, вроде для ребенка, а еще и нам четко подходит здесь по размеру. Но все равно, немножко как бы твердовато, и, например, на стенке спать не совсем удобно. Мне, например, хорошо, но есть некие неровности, которые этот коврик не убирает. И нужен реально матрас. Я, короче, смотрел матрасы типа самонадувающиеся, но они либо
160, они такие тонкие, твердые, либо 130. И как бы, как говорится, ни туда, ни сюда. А у нас идет 152, где двери 160, а там, где у ребят голова, там вообще 130. Сегодня ездил в магазин, смотрел вот такие, ну, типа толстые матрасы, как многие себе покупают в автодома. Типа 7 сантиметров, 10 сантиметров, типа из ППУ. Походил, посмотрел, в принципе, есть размером, а его когда складываешь, он получается огромный, и его вряд ли вакуумом как-то можно сдуть, хотя, наверное, можно, но какой вакуум должен быть? Насос, точнее, этот вакуумный, плюс пакет. Короче, не знаю. Думаю, дай посмотрю, зашел в этот спортивный магазин, хлопс, нашел любимую фирму Акуэша, и матраса скидка еще 30, по-моему, или 40%. Такой, как нравится, он такой, знаете, с круглыми дырками. Сейчас покажу. Еду сейчас за ним, если куплю. И к нему электрический насос. Я думаю, что этот надувной матрас, он очень хорошо примет неровности по периметру, и плюс хорошо скрасит все неровности, которые внизу. Надеюсь на это. Стоит что-то 200 или 2300, ну, дешево. Плюс насос к нему за 1100 взять электрический, чтобы ручным не мучиться. Я думаю, должно получиться классно. Приехал в торговый центр галереи, здесь Подольск есть. Тут есть и спортмастер. Пойду выбирать. Надеюсь, этот матрас будет. Мне так нравятся в спортмастере вот такие макеты палаток. Можно поглядеть, как они выглядят. Крутая штука. Ну вот, собственно, вот они матрасы. Вот эта фирма вообще не нравится, они постоянно лопаются. А вот декатлоновская, вот эта, Outvench, нам, конечно, нравится. Вот он размер, который нам нужен. Высота, конечно, матраса здоровая. Нам бы сантиметров 5, может быть 10. Ну, возьмем его и посмотрим потом. Я хочу вам порекомендовать карту Тинькофф Black. Лично у меня таких карты целых две. Я использую карту MasterCard и карту Мир. Этим банком я пользуюсь уже на протяжении нескольких лет. По моей ссылочке в описании вы получите пожизненное бесплатное обслуживание. Помимо этого, вы также получаете до 30% кэшбэка у партнеров, до 15% кэшбэка при выборе категории и до 7% на остаток. И хочу заметить, что это не какие-то там бонусы, а это самые настоящие рубли, которые вы сразу же можете потратить на свои новые покупки. Помимо бесплатного обслуживания по моей ссылочке, вы получаете бесплатное пополнение и переводы, также снятие без комиссий в огромном количестве банкоматов. Ну и, конечно же, лучший мобильный банк в мире – это 100%. Помимо всего этого, что я перечислил, также хочу вам после оформления этой карты по моей ссылочке порекомендовать вам открыть инвест-копилочку. Данный инструмент поможет вам очень незаметно накопить деньги, когда в конце месяца вы открываете, а у вас там кругленькая сумма. Ну, конечно, кругленькая сумма зависит от того, сколько вы тратите. Собственно, оформите и посмотрите, и разберетесь. Очень классный инструмент. Ссылочку я оставляю под этим видеороликом. Переходите, оформляйте, пользуйтесь. Все, матрас куплен. Единственное, что не купил насос, потому что их в наличии нет. Вообще, изначально показывал на сайте, что есть, но в итоге, короче, нету. Ну, есть ручной у нас, это, конечно, совсем вау, но на первое время пойдет. Мы, когда были на Волге, познакомились там с мужичком, с одним вместе стояли, он посоветовал вот эту вот мазь, имплант мажешь, короче, и прям все хорошо стягивает и быстро заживляет вместо перекиси. А то Тёмка у нас перекиси боится, да? И тут носился пока по площадочке, нет, упал, разбил. Да ничего, это нормально, пацанам, Артема. Мы пока гуляли, мамулька сделала рис. Рис с луком? О, ноу. Я остался без ужина. В смысле? И рыба. Ну окей. Рыбу я поем. Поем салат. И мамулька вот на своей новой подружке будет нарезать салат. Видимо, сегодня так проникся покупкой дрона, что даже вечером ноутбук весь отмыл. Ну, тут, знаете, такие ляпки появляются туда-сюда. Прям генерально его, так сказать, протер. Экран он снова как новенький. Единственное, вот не знаю, как вот эти пылинки там под резиночкой убрать. Но в целом состояние вау.
Ребятки, я хочу еще раз сказать всем огромное спасибо, кто принимал участие и принимает постоянное участие в поддержке нашего канала, нашего творчества. Теперь видосы будут еще интереснее, еще лучше, потому что дальность полета будет дальше, режимов больше, качество картинки больше, фотографий больше. В общем, теперь мы будем еще лучше. Конечно же, не без вашей помощи. Естественно, в комментариях мы принимаем поздравления. Я доволен просто нереально. До безумия. Меня сегодня, особенно когда я ехал пока домой с этой коробкой дрона, я просто... В следующем видеоролике я обязательно покажу распаковку, мы его протестируем, и я вообще вам просто хочу рассказать, чем отличается этот дрон от предыдущего. Покажу все режимы, ну, сами все посмотрите. Не забудьте подписаться, на колокольчик нажать. И до нового видеоролика. Пока!